О, я его не упустил из кадра. Молодец. Так, тут еще видео есть. Угу. А я просто сейчас на половине газа летаю. И над самой головой. Больше 108 было. Потому что в пике. Ага. Ты слышал, какой там звук был вообще? Ну, слышишь. Дикий. А почему он бочком? Ветер. Ясно. Есть пары. Ну вот, на малом газу ветер чувствуется. На большом вообще хоть бы он его игнорирует. Полетать, чтобы было видно его в небе, как он движется. А где Луна-то? Поищи. А. Да, попало. Чуть-чуть. Закручивает его на максимальном газу на маленькой. А, ну да. У него очень большой ин. А что это будет? Это. А, пропеллер, наверное, в обратную сторону вращает. Сбей птицу. Ты умеешь. Птиц, конечно, такой скорости не достичь. Ну там дальность для нее трудно выяснить. Так, обтерял. Обтерял. Кстати, никакого не чувствую вообще нехватки жесткости в крыле. Ну я сколько? Думаю, уже на посадку, а то мои руки разледились от холода раньше. Ну, скорость посадки у него высокая.